В общем, парк Счастливицы. Нам сейчас вдоль парка идем, получается, да, в правую сторону, обходим, и там будет вход в форт. Карта парка, кстати, хороший парк. Да, вот эта горочка. Снова на подходе к форту у нас вот этот частный сектор, типа традиционно низкоэтажная такая застройка. Прямо у нас должен быть вход в форт, меж как раз рвов. Ну, если, конечно, рвы остались, там вроде на карте они есть. Вон ворота открытые. И это у нас начинается территория форта. Табличек никаких, похоже, нет. Там частная собственность или тому подобное. Про этот форт как раз писали, где-то мы видели статью, что он продается. Правильно. Мусорник. Сразу видим мусорник. Следы, машины сюда заезжают. Давай пропустим человека. Это какая-то тусовка там в окнах, или это мне кажется. Тусовка? Не знаю, куда он поехал. Вот как выглядит вход. А, или кого-то забирают. А, кстати, может, шухер какой-то, да, мы навели? Да. А этот на шухере стоял. Это у нас получается вот внешний периметр, вот этот вал. И вот, с второй стороны. Куча мусора, что-то разрушенное там. Есть тропинки, может быть, по ним попробовать пройти. Видно здание самих этих бараков. Вот одно, за ним какая-то крыша, но, по-моему, она находится за периметром, да, как думаешь? Вот эта крыша развалина. Не, мне кажется, нет. Здесь, думаешь? Да. Посмотрим, попробуем дойти. Ну, пойдем налево, наверное. Или как? Или направо. Ну, а давай, машина налево поехала, мы пойдем направо тогда. Не будем смущать людей, они так что-то. Кто-то. Да, сигналил. Ну, не знаю, на камере не было слышно, но эта машина поехала, начала сигналить. На наверное, сейчас стоял. Сейчас кого-то заберу. Да, давай пойдем по этой тропинке. По как бы внешнему периметру. Я думаю, что мы там подойдем к этому зданию и, ну, сделаем круг. Куча какого-то строительного мусора. Ну, похоже, это более современно. Где-то вывезли. Колесо. Ну, кстати, смотри, надо аккуратно. Как это яма смотровая, да? Да. Под нами. Подымемся, наверное, туда наверх. Попробуем там поснимать. Да, немножко такой резкий подъем. О! Здесь какой-то подвал. Стена, подвал. О, там эти пинболисты или срекболисты. Вот в чем дело. Понятно. О, так слушай, поиграем сейчас, наверное. Да, ну я думаю, сейчас как-то договоримся быстро. Чтобы не мешать друг другу, мы им не мешаем. Они нам не мешают. Так, фундаменты. Смотри, похоже тоже на эти хаты, да? Как в том секторе. Вот такой фундамент, какая-то или канализация, или что это тут. В общем, или как подвал. Такой используют, как холодильник, такие ямы. Да, здесь у нас ров вниз спускается. Это край с этой стороны. Разваленная хата. Можем к ней пройти. Договорились с ребятами, у них здесь игра страйкбольная. 15 минут они нам это здание сейчас будут снять, потом, ну, мы поменяемся местами. Они пойдут в то, а мы в это. Вот, кстати, уже видно мишени, побито страйкбольными шарами. А, и вот сами шары. Плиточка. Так. Традиционно идем против часовой стрелки. Такие ячеечки заброшены мусором уже. Угу. Здесь? Не, я вот следующий. А, да, но скорее всего здесь арки были с самого начала. А потом уже какие-то реконструкции. Ну, в интернете инфы про это нет. Деревянные полы. То, что как бы редкость. Я хочу посмотреть, ну, гвозди вроде современные, хотя сложно сказать. Во всяком случае, не какие-то там кованые, квадратные, обычные гвозди, как гвозди. Пока фонарик здесь, похоже, даже и не нужен. Ага, но здесь нет. Я знаю, что здесь бывают какие-то входы еще в комнату. Ага, здесь нет. Форт Бэма. Вот вместо вот этой стойки камины сделаны. Ага. Везде страйкбольные шарики.
О, вот это интересная часть. Это обычно центр. Да, это центр у нас. Таких бараков. Да, да, ну туда сейчас дойдем. Пойдем пока под землю. Так, вот этот режим самый яркий. Ха-ха-ха. Чего нет? Какие-то... Да. Угу. Ты же видишь с такими ячейками, что, что можно что-то прятать. Ну до самого конца, но вот вдоль идет полностью. Ага. По идее же и для обороны можно это дело использовать. Немножко примуровано, шел полный рост. Такая вот архитектура. Так, ну мусора под ногами нет здесь. Можно не опасаться, в принципе. Единственное, что фокус теряется. Тогда можно просто пройтись. Это что? Светильник. Ой, какой звук. Да вообще концерты давать можно. Ага. Надо гитару сюда взять. А, это все. Да, это все. Это... Смотри, вот, обрати тоже внимание. Здесь. Нет, нет, вот, смотри, петли. Видишь, здесь должны быть ворота, а вот эта фигня, она изначально должна быть размурована, и вот там дальше, это я уже по другим портам, вот там дальше должно быть вход, типа, в продолжение этой части. Смотри, как свет в конце туннеля отражает. Так, это, наверное, как санузел. Тоже такое типичное, типичное для портов. Посмотрим. Канализацию, может быть, трубы, конечно, повырезали. На полу плитка разных видов. Что-что? Валят? Главное, куда? Да, спиной просто оборачиваешься. Нам везет, да? Там пинболисты, здесь страйкболисты. Да-да-да. Следующие будут уже боевые. Это тренироваться. Да. А, ну боевые это вот те части, которые закрыты, что мы не смогли отснять. Да, да, да. Вот там боевая, да. Тоже деревянный пол. Смотри как. Ну, типично все как-то, да? Здесь. Как-то так. Все одинаково везде. Мусор. Ну, реально, если бы, скажем так. Если это используется для игр, да, почему бы ребята взяли бы да, одни выходные, тут бы порядок бы навели. Лучше бегать по нормальному, чем по стеклу. Вообще не получилось наверх нормально подняться, там очень скользко. И колючие вот эти растения, да. Сейчас будем пробовать обходить. Между двух этих бараков у нас какая-то тропинка есть. По ней пойдем. Ну, отсюда не видно подъема наверх. Попробуем зайти с обратной стороны. Но кирпич этот уже светлый, это уже современное что-то. Здесь рыбаки сделали себе, похоже, место. Там какая-то яма. Вернулись от воды, попробуем сейчас сюда пройти. Яма? Да. Ну, посмотрим. А здесь была какая-то хата, вот разваленные остатки. Так, вот мы практически с обратной стороны первых бараков. У нас тут опять какие-то фундаменты с подвалами. Здесь уже край, вот вода. И вот метров максимум 10 уже идет сам барак. Так, вроде сюда можно пробраться. Нет, все-таки видишь, тропинка есть, но вот здесь правее. Мне кажется, что я вижу то окно. Мы уже находимся над этой комнатой. Здесь у нас вода, справа у нас выход с первых бараков. В глуши растет вот такая красота. Вот здесь была стена. Да, она сгорела или тоже прогнила. Можно было спускаться вниз. Печь. Там ничего нет. Да, вот печь классно выглядит. Это она, кстати, разрисована под кирпич. Это...
Просто декорация. А под ней кирпич? Да, под ней кирпич. Но там каких-то ходов не вижу. Вот печь. Заслонка, дымоход. Видно, крыша под углом шла. Мы только сюда сможем пройти к тому окошку. О, здесь ступеньки наверх, кстати, есть. Вот окно, которое замуровано, через которое я снимал. И по аналогии с другими фортами, здесь у нас идет комната, притом такая, что там можно вести оборону даже. Сбоку она как-то вход простреливался. Ну, полезь, да, посмотри, что там. Так, от этого места теперь лезем вверх, на вершину этих бараков. Прохода здесь нормального нет? Нет. Так, снова мы на тропинке. Проходим дальше. Здесь уже край будет. Ягоды. Смотри, сколько плюща. Как обычно. Это тоже что-то старое. Оно, по-моему, смотри, облицовано камнем. Так выглядит. Да не из камня, а вот оно просто украшено. Как-то по краю. Ага. Так, выход к воде. Камни. Это уже современного какого-то кирпича сделано. Ну, вот так. Ага, это разбитая конструкция. Полностью бетон. Возвращаемся и переходим на соседнее крыло. На восточную часть. Сейчас мы, судя по карте, край западной. Поворачиваю здесь уже тот барак, и с этой горки мы где-то сверху снимали. Давай по ступенькам пойдем. Нам же локация сама подсказывает, куда нужно идти. Мы здесь первый раз поднялись, когда этих ребят увидели. Да что мы то здание не увидели? Ну, на другом берегу, что ли? Вот эти остатки. Как-то мы так прошли мимо. Но оно из блоков каких-то современных. О, кстати, они стреляют. Да. Ну, видишь, они играют там. Мы снова, получается, между двух бараков. Слева от нас идет бой. И сзади нас сейчас начнется через 2 минуты. Мы говорили, что у нас есть время здесь пока отснять. Мы заходим в это подземное. Неизвестно, сколько подземное. В общем, эти бараки. Отгребем, похоже. Отгребем. Да, они такие стрелы, если я понял, такие игроки. Так. Лучше день капюшон. Давай посредине. Да. Хорошо. Так, вот ребята уходят на 40 минут в игру. Здесь получается то же самое. В одной комнате вещи ребят лежали. Мы решили туда не уходить, не мешать. Здесь замурована стена. Извиняюсь за смазанные моменты. Я буду стараться вот так стабилизировать картинку. Ну, все одинаково, в принципе. Дошли до центра. Я поменял камеру. Попробуем этой поснимать теперь. Она в таком плохом освещении снимает немножко лучше. Вот центр и подземелье. Вход. Под землю вываленная стена. Ну, давай тоже клеймо посмотрим. Встречаются ли какие-то... Это свет. Это же свет. Так. Вот, смотри, что здесь. Так, вообще намного лучше снимает. Ну, видно, конечно, такую, как это называть, не знаю, шумы такие видны, но, по крайней мере, картинка четче. Воняет, да, чем-то горелым. Ну, да. Так, лежанка. Здесь какой-то мусор, диван какой-то сожгли.
А, вот оно. Вот оно, то, что... Вот эта фигня. Вот эта фигня, которую... Да нет, оно не так лежит. Оно здесь лежало. Ладно, я покажу. Аут, аут, аут. 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 Не, они дальше, по-моему, идут. Подожди, нам сюда. Вот этот проход. Вернулись обратно. Что, идем дальше. Спуск под землю. Вот в эту часть я тоже спускался. В принципе, вроде как ничего не поменялось. Там ничего. Да, ну, ты знаешь, на той камере вообще ничего не было видно. Абсолютно. Вот здесь хоть как-то можно показать. И свод полностью все видно. Смотри под ноги. Или ты останешься здесь? Нет, я тут. А, окей, тогда. Ну, я сейчас всякий день не понял. Комары. Ага. Тоже. У нас здесь петли под стеной. Остатки петель, то есть были здесь ворота вторые, которые потом со временем тоже зачем-то замуровали. Получается, вот такая часть остается. Комары. Я сейчас зима, кстати. Зима и комары. Февраль. Середина февраля сейчас. Ну, да, с той стороны тоже традиционно должна быть вторая стена. Это второй выход, который закрыт, ну, замурован вместо того, чтобы ворота. Идем на выход. Снова ребята к нам подходили. У них сейчас здесь будет по сценарию игра. Как раз мы успели четко отснять. Вот вентиляция сверху, кстати. Наверное, сразу не показал. А там они или зарушены, или замурованы. Похоже, циркуляции воздуха нормального нет. Да. Ну мы еще чем там достроены. До выхода. И до выхода. Да. Повезло нам. Думаешь, это была девочка? Да, я думаю, это девочка. Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит меня камень. В общем, ребята начинают игру, мы уходим, ну вот обходим периметр и идем на выход. Здесь ничего нет, тоже вон остатки фундаментов таких к нам долетают, или мне показалось? Не знаю, что по банкам. Не, мне показалось, или по рюкзаку у меня ветка стукнула, или шарик где-то рядом упал. Так, в следующий раз напомни мне взять очки, потому что это, походу, нужная вещь. Уже о нем говорили вроде, или просто говорили? Ну, только что про Шанов, да. Форт Белизны были пинболисты. Они до 16 лет, понял? Да, я понял, эта команда молодежная. Пикник, чей-то водка, пиво. Даже такая однокомнатная. Ну, если сверху там что-то увидишь, то дай знать. Я пока здесь отсниму. Крыши нет, возможно, сгорело. Ну, какие-то черные остатки, или смола, или оно горело. Сложно сказать. Ничего интересного нет. Да, вот обгоревшая крыша. Можно идти на выход, в принципе. Форт сейчас левится. Локация для игры в страйкбол. Даже вон играет команда до 16 лет. Первый раз слышу, что были такие. Мы ходим все время по каким-то бетонным блокам, кирпичам. Здесь что-то завалено, вот эти кучи вокруг нас. Ссылку просто на Википедию оставим. О, вот смотри, какой-то подвальчик. Нет доступа. Такая вот. Спуск. Ну, мы видели, в общем, такую же комнату мы видели. Мы уже практически на выходе. Валево буквально сколько? 50 метров, да, от нас слева? Ну. За тем холмом. У них уже игра, но мы предупредили, что выходим. И, в принципе, мы им не мешаем, они нам не мешают. Все отсняли, все, что хотели. Ну, похоже, это просто стена. Или как фундамент, или стена.
Может быть, со спутника будет... А, вот. Смотри, вот там же оно точно так же выглядит. Там, где мы лазили. То была просто стена. Без ничего. Но это, скорее всего, то же самое. Выходим. На этом все. Спасибо за внимание. Форт Счастливицы отснят. И получается, это была повторная съемка именно этой локации для того, чтобы была проблема с картой памяти. Поэтому все уже отснято. Так, забегая наперед, конечно, это видео будет не последним в этой серии, потому что я выкладываю их по порядку, по нумерации. Это получается против часовой стрелки они нумеровались. Это еще времена империи. Ну, в общем, увидите там по ссылкам. Можно будет найти в Википедии информацию и по фортам, но вообще про некоторые вообще практически нет информации. Кому интересно, посмотрите. Если у вас будет возможность попасть в Варшаву, то это один из тех фортов, который имеет свободный доступ, лишь что эта локация еще пока не продана. И кто интересуется такой темой, можете еще успеть поснимать. На этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Да, ставим лайки и, если вам интересно, следим за видео. Все, всем счастливо.